В Японии новый премьер-министр. Им стал бывший глава МИД страны Фумио Кисида. Политик получил большинство голосов в обеих палатах парламента. Его избрание было ожидаемым. Пост премьер-министра в Японии чаще всего занимает глава правящей партии. Фумио Кисида победил на выборах руководителя правящей либерально-демократической партии ЛДП 29 сентября. Политические приоритеты новый глава правительства уже озвучил. Это борьба с коронавирусом, восстановление экономики, экологическая повестка и защита национальных интересов на международной арене. Настало время для позитивных изменений. Результаты роста национальной экономики должны быть ощутимы по всей стране. В течение этого года я составлю пакет стимулирующих мер стоимостью в десятки триллионов йен. В том числе я хотел бы увеличить доходы и заработную плату как можно большего числа наших граждан. Японцы сдержанно отнеслись к новоизбранному премьер-министру. Я не думаю, что имеет какое-то большое значение, кто является премьер-министром. Однако с Фумио Кисидой чиновники начнут работать. В этом смысле я думаю, что он будет хорошо управлять новым кабинетом министров. Я думаю, что борьба с коронавирусом стоит на первом месте для Кисиды. Мы, как и всегда, ходим на работу, но из-за пандемии появилось много сложностей. Император Японии Нарухито уже утвердил состав нового правительства, которое возглавит Фумио Кисида. Свои посты сохранили министр иностранных дел Тосимицу Матеги и руководитель оборонного ведомства Нобуо Киси. Несколько членов предыдущего кабмина получили места в новом кабинете, но теперь будут отвечать за другие отрасли. Так, министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Каити Хагиуда возглавит Министерство экономики, торговли и промышленности. Он же будет курировать развитие экономических отношений с Россией.